23 ноября пассажирам авиарейса «Саранск-Москва» пришлось изрядно поволноваться. До пункта назначения они добрались только со второй попытки и с многочасовым опозданием. В 17 часов 20 минут самолет «Сухой Суперджет-100» вылетел из международного аэропорта «Саранск» в Шереметьево. И спустя несколько десятков минут пилотам пришлось поменять маршрут. 23 ноября 2021 года, 18 часов 10 минут, в Рудайскую транспортную прокуратуру поступило сообщение о том, что в аэропорт города Саранск из-за технической неисправности, не убрали шасси, возвращается рейс самолет «Сухой Суперджет-100», вылетевший в город Москва. По данным сайта Flightradar24, самолет набрал нужную высоту, но дальше все пошло не по инструкции. При подаче команды убрать шасси оно не спряталось в корпусе. После нескольких неудачных попыток командир доложил о проблеме на землю и принял решение вернуть воздушное судно в аэропорт вылета. Судя по данным портала, самолет сделал 3 круга в воздухе и, выработав топливо, пошел на снижение. Что в этот момент думали пассажиры, предположить несложно. Внизу при заходе на посадку рейс встречали экстренные службы – машины пожарной охраны и скорой помощи. 18:12 после 43 минут в воздухе самолет «Сухой Суперджет-100» коснулся взлетно-посадочной полосы. Все прошло в штатном режиме. На место происшествия организован выезд сотрудников разведки транспортной прокуратуры и оперативно-следственной группы. По данному факту прокуратура организована предварительная проверка. Устанавливается причина технической неисправности. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал. Спустя 3 часа все они смогли добраться в Москву на другом авиарейсе. Дарья Баргова, программа «Происшествия».